Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья! У аппарата Зоди на аппарате The Lost Dusk Hunt, потерянная такса. Запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья, мы начинаем новое прохождение. И, судя по всему, пройдем эту игру залпом за одно видео. Насколько я понял по комментариям, игра очень короткая, но по скриншотам мне прямо очень понравилось. Русского языка, к сожалению, в игре нет, но я думаю, проблем у нас возникнуть не должно. И, кстати говоря, в игре будут письма, и они очень короткое время отображаются, поэтому озвучить сразу залпом я не успею. Поэтому после прохождения, уже при обработке видео, я буду ставить эти моменты на паузу и озвучивать для вас эти письма уже целиком. Новая игра. Почтовый офис острова Валдии. Доброе утро, мой друг. Погода чистая, и паром должен прибыть вовремя сегодня днем. Твоей внучке должно быть не терпится увидеть того милого щенка таксы, которого ты даришь ей на день рождения. Кстати говоря, мне кажется, ее подарочек выскользнул из ошейника. Она слонялась у почтового офиса чуть раньше. Я попытался ее поймать, но таксы удивительно быстрые. Я подумал, тебе стоит знать. Почтальон Пит. Итак, таксу, щенка таксы, мы хотим подарить. И мы переместились прямо-таки на причал для парома. Давайте смотреть, что у нас здесь есть. У нас здесь есть удочка. Так, это наш инвентарь получается. Видимо, комбинировать можно, да? Так, ну в принципе понятно. У нас здесь есть еще ящик со снастями. Комбинация. Нужен код, чтобы его открыть. Понятно, хорошо. Так, туда можем пройти по тропинке, либо к мосту направиться. Это, собственно, опять-таки на причал для парома. Доска с объявлениями. Делай, что правильно. Переизбрание мэра Уилсон. Какая интересная фотография. Шикарная фотка прямо. А тут еще одно письмо. Если ты ищешь своего щенка таксы, арахис, правильно? Этим утром ее замечали по всему острову. Маргарет Уилсон сообщила, что арахис сбросила ее постиранное белье с веревки, заставив ее поволноваться. Потом арахис гонялась за утятами у цветочного пруда, и в последний раз ее видели в горячей погоне за бабочками на поле светлячков. Надеюсь, ты скоро ее найдешь. Спокойствие острова Валди зависит от этого. Почтальон Пит. Итак, нужно гоняться за нашей таксой, которая потерялась. Арахис ее зовут, нашу таксу. Так, куда мы пойдем? Туда пойдем или туда пойдем, допустим, да, в принципе, без разницы. А дверь закрыта. Пойдем сюда. Лавочка. Веревка, ну, в хозяйстве пригодится. Больше мы здесь взять ничего не можем. Можем к пруду сразу же отправиться. Так, птичий пруд, не помню, как название... Ой, цветочный пруд, не помню, как название этого цветочка переводится на русский. Туда, на поле светлячков. А мне нужно что-то, чтобы достать оттуда этот железный пруд. Молоток. Молоток возьмем, в хозяйстве пригодится. Удочка у нас, кстати говоря, есть. Ага, не подходит. Нам нужна леска получше, чтобы это достать. Ну, в принципе, как можно удочкой это достать? Ну, ладно. Запомним, что здесь такая штуковина у нас лежит. Сюда сходим. Что у нас тут? Убежище смотрителя за птицами. Наблюдателя за птицами. Деревянные доски. Молоток у нас есть, доски у нас есть. Что-то мы будем мастерить. Ну, сюда можно внутрь войти.
Так, какая-то коробка. Синяя кнопка, желтая кнопка. Так, это головоломка. Это у нас не кнопки, это значит у нас подсказка. Так, смотрим. Синяя-желтая есть. Синяя-желтая. Геометрические фигуры. Отличаются они обычно чем? Количеством сторон, да? Смотрим. 3, здесь 4, здесь 6. 3, 4, 6. Может, количество раз нажать? 3. 4. Отлично. Так, а еще металлический пруд. Ладно, берем ключи от почтового офиса, да? От отделения почты. Слушайте, туда можно сходить сразу будет. В принципе. Так. Это на пруд. Это на тропу. Это мы сюда же вышли. Это мы... Туда же выходим на, к полю светлячков. Это на пруд. Это у нас на тропу. Наверх. Подождите, я хочу сейчас, пока я помню, сразу же давайте сюда. Последовательно будем, чтобы не забыть. Вот мы, допустим, получили ключ. Так, стол. Подождите, стол. Что есть еще? Ничего нету. Давайте к столу. Письмо. Почтовый офис острова Уалди, 1083. Так, вот эти цифры помечены. 1894 у нас подчеркнуты. Мы это даже взять можем, да? Угу. Хорошо. Письмо мэра. Мне, видимо, не нужно к этому притрагиваться. Мэр Уилсон — это не та, с кем я хотел бы шутить. От Маргарет Уилсон, редактору газета острова Уалди. Ладно, не будем трогать. А гвозди? Молоток, у нас гвозди есть, доски есть. Что-то определенное мы будем строить. Так, ту мы не откроем шухлядку. Ладно. Так, а что в итоге у нас есть из полезного сейчас? Много чего полезного, но толком непонятно пока что, где это применить. Ладно, пойдем. Так, стоп. Если мы пойдем сюда, то мы можем еще вот сюда вот пойти. На мост. На тропу. Это обратно вернуться, да? Мы забраться можем. Невозможно, чтобы арахис была способна забраться по этим камням, но стоит проверить, чтобы удостовериться. Ящик. Нужно мне что-то, чтобы... Видимо, мне что-то нужно, чтобы его разбить, да? Слишком твердая древесина. Нужно что-то другое, чтобы его открыть. Понятно. Молоток не работает, да? Ладно, запомним. Запомним, что здесь у нас есть ящик закрытый. Это я туда же попадаю. Хорошо. К мосту. А, еще доски. Ладно. Это туда же вернуться. Это к почте вернуться. Знак почтовый. Еще письмо. Печально говорить, но твоя проблема с арахисом только ухудшилась. Судя по всему, твой щенок пожевал веревки на мосту, и теперь по нему невозможно пройти. Маргарет Уилсон украшала беседку для ее события «Переизбрание мэра Уилсон», и теперь угрожает позвонить в соответствующие органы, если ты не отремонтируешь мост на остров Пенинсула и не возьмешь свою таксу под контроль. Угроза обществу. Так она выразилась в письме в газету острова Валди. Удачи! Почтальон Пит. Так, получается, такса у нас довольно-таки вредненькая. Повредила мост, ты посмотри. Так, у меня есть все, что нужно, давай отремонтируем.
Ага, вот зачем мы собирали и гвозди, и молоток, и доски. И мы теперь можем пройти туда, да? Ну, давайте посмотрим, что у нас тут. Так, туда на маяк, туда на... туда в лес Форлорн, туда посмотреть как раз-таки на беседку. Давайте сходим к беседке вначале. Там маяк у нас. На тропу это обратно вернуться получается. Собственно, беседка. Колокольчики ветряные. Мы их берем себе? Ну, в хозяйстве пригодится, ладно. И еще письмо. Мой друг, боюсь, у меня снова плохие новости. Теперь уже безутешная Маргарет Уилсон заметила, что арахис уничтожает ее украшения беседки. В последовавшей оживленной погоне твой щенок запутался в воздушных шариках с гелием и полетел над верхушками деревьев в сторону старого маяка. Мы лишь можем надеяться, что арахис безопасно приземлилась там и ее не сдуло в море. Если повезет, там ты сможешь найти свою хитрую таксу. Но будь осторожен, старый маяк был заперт годами, и, похоже, будет непросто пройти через ворота. Я надеюсь, ты ее найдешь. Почтальон Пит. Так, забавная ситуация получилась. Наша такса улетела на воздушных шариках в сторону маяка. Ладно, так мы здесь ничего не можем сделать. Очень забавная история. Возвращаемся тогда. Так это мы в лес попадем. А давайте мы в лес сходим вначале, перед тем, как идти туда, куда, собственно, нужно. Топор в пеньке. Но это прямо какой-то экскалибур в камне. Только не экскалибур, а топор. А мы можем его достать вообще? Можем. Кстати, топор, может быть, топором получится... Подождите, все, мы тут ничего не должны сделать. Топором, может быть, у нас получится ящик там открыть. Давайте вначале, раз уж мы здесь, сходим посмотрим, что на маяке у нас. А вот и ворота. Запертые ворота. Судя по всему, мне нужно что-то, чтобы разбить эту цепь. Кстати, у нас больше молотка нет. Ну, не топором же. Нет, топор нам, судя по всему, нужен для того, чтобы ящик там разбить. Но, в принципе, вот мы туда сейчас и можем сходить. Это нам нужно, получается, так, сюда, сюда. А вот сюда. В принципе, вот сюда. А, болторез. То, что нужно. Ну, сейчас очевидно, что нам нужно. Нам нужно открыть ворота. Вот. Так, ну, входи. Смотрим, что у нас тут есть. Так, это вернуться обратно. А дверь. Столик для хранения. Магнит. Так, магнит у нас скомбинировался. Я понял, что мы будем делать дальше. Вначале осмотрим еще здесь, получается, дверь. Мы можем осмотреть только. Кстати, смотрите, здесь вот такая вот штуковина. У нас еще одна есть тоже. Не сработает, а почему? Ведь логично было бы сюда вставить. Или нужно еще одну как раз достать такую же штуковину из воды там. И для этого нам как раз и понадобится удочка с магнитом. Хорошо, ну давайте этим сейчас и займемся. Возвращаемся. Здесь, кстати, местность такая, что особо не заблудишься. Буквально 2 минуты походил, и все, уже прям понятно, куда идти нужно. Очень удобно. Очень хорошо сделано. Так, нам нужно... Нет, нам нужно не сюда. Стоп, подождите. Здесь код. Подождите. Здесь сколько нужно? 4 знака. Кстати, 4 знака. А вот это не подойдет нам? 4 символа. 1, 8, 9, 4. А ну-ка. Я вообще забыл про этот ящик со снастями.
Хорошо, что зашел сюда, случайно про него вспомнил вообще. Про это письмо. 1894, да. Леска. Вот, а мы бы не смогли сейчас, получается, там ничего сделать. Подождите, а как... А где вообще мы... А, нет, мы не здесь, мы на пруду находили, точно. Я забыл, где мы вообще находили это. Вот, на пруду. Так, затонувший пруд металлический. Давайте его достанем магнитиком. Вот, теперь у нас их два. Так, ну а теперь, вот теперь, наверное, как раз нужно к той двери... И, возможно, сейчас мы с вами сможем попасть, собственно, так, на маяк. Так. Так, тут, слушайте, тут цвета. Цвета, цвета у нас вот это. Мы же для чего взяли? Смотрите, здесь тоже есть цвета разные. Только здесь белый, зеленый. Здесь есть где-то? А, ну подождите, может быть не розовый, а фиолетовый это? Ну да. Если это фиолетовый, да, тогда фиолетовый. А, фиолетовый, белый, зеленый надо. А как нам... А мы не можем... А, подождите, а если... Мы можем их менять, да. Так, а если так, тогда... Стоп, давайте, допустим... А вот здесь есть фиолетовый, белый, зеленый. Но это нам нужно, чтобы было снизу. Фиолетовый, белый, зеленый. Давайте мы тогда вот эту вниз... Вот. Вот, фиолетовый, белый, зеленый вниз. Вниз, фиолетовый, белый, зеленый получается, да? Здесь у нас желтый, синий, фиолетовый как раз стоит как надо. Желтый, синий, фиолетовый. Сверху фиолетовый, зеленый, белый. Зеленый... Стоп, туда. Вот, фиолетовый, зеленый, белый. Правильно ведь? Правильно. Отлично. Что тут? Холодильник. А мы тут ничего не можем осмотреть, да? А мы тут ничего и не можем осмотреть, к сожалению. А, ну, ладно. Наверх тогда. Привет! Ты тут! Арахис! Вот и ты! Отлично сделано! Вы нашли арахис! Спасибо за игру! И все, да, игра вот такая вот коротенькая, об этом, собственно, в комментариях и писали, но очень милая. Мне понравилось, ребята, что ж, игру мы прошли, давайте подведем итоги. Неприятный момент, конечно, с тем, что письма нам не дают самостоятельно почитать, то, что нужно вот либо быстро глазами их читать, либо, как я сделаю для вас, потом буду видео ставить на паузу и озвучивать уже после записи. Я во время игры быстренько глазами для себя читал, чтобы понимать вообще, что происходит и что вообще нам нужно делать, как бы и так далее. Игра очень интересная, мне очень понравилась, она невероятно короткая, но такая прям милая и любопытная. Вот мы бегали по такому островку, искали таксу, я был бы прям очень рад, если бы это была большая, полноценная, длинная игра. Игра, кстати говоря, не коммерческая, она бесплатна в Стиме, есть еще на мобильных платформах также, насколько я заметил. Мне понравилось, классная игра выглядит, все, по-моему, отлично. Претензия к игре у меня только, в принципе, вот эта вот одна по поводу писем, а больше никаких нет. Это классная такая коротенькая, очень миленькая игрушка про то, как мы с вами ищем потерявшуюся таксу по имени Арахис. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. А как обычно, с вами был Зоди.
Удачи, друзья! Встретимся в новых, замечательных прохождениях! Пока-пока!